Кызыле подвели итоги соревнований по баскетболу и волейболу среди учителей города, посвященных Дню учителя. Мероприятие проходило на базе школы номер 8. В состязаниях по баскетболу приняли участие 14 команд, это более 140 человек. Итоги соревнований: золото у школы-интерната для детей с нарушением слуха, серебро занял коллектив школы номер 3 Кызыла, а бронза досталась гимназии номер 9. В соревнованиях по волейболу приняли участие 12 команд. По итогам первое место заняла гимназия номер 9, второе место у школы номер 2, третье место – школа номер 8. Победители и призеры награждены медалями, грамотами, кубками, ценными и денежными призами.